Всем здорово, ребят. Ну что, десяточка. Решил зайти, посмотреть, что и как, забрать некоторые плюшки и, соответственно, еще и паролить под коллекционера. Будем пробовать сегодня вытащить два недостающих нам героя. Это Фоба и Оккультист. Так, отлично, 40 кгшек получили. Радуемся. Прошлый роллинг, думаю, все видели. Это просто жесть была, мы тоже слили где-то порядка 150к на все это действие, и нам, к сожалению, не упал ни один, ни второй герой, но зато был обалденный роллинг. В общем, скоро-скоро, ребята, я этот аккаунт разыграю, но надо добить этих двух героев. Так, еще лабораторию сейчас с вами зайдем, чтобы не провтыкать эти халявные плюхи. Их втыкать. Так, забрали, отлично. Так, кетчи прайс сегодня даже есть. Вот так вот сейчас мы попробуем отсюда вытащить мега имбу. Чик, конечно, размечтался. Закатай обратно, называется. Так, мешочки мы вытащили с вами. Окей, поехали, смотрим места. С местами у нас все как обычно печально. Очень печально. Надо сейчас кое-что пооткрывать, чтобы было побольше места на этом аккаунте. И пойдем с вами выбивать. Но с вас, конечно же, лайки. Не забывайте, что все видосы с данного аккаунта будут участвовать в конкурсе о розыгрыше, также в другом конкурсе еженедельки. Поэтому не теряйте свою возможность. Посмотрите конкурсы. Вот, отлично, 245-255. Так, что у нас сегодня? Вот такой вот Коля. Конечно, было бы неплохо и Фобу словить, и Оккультиста словить уже на этом аккаунте. Ничего больше у нас такого интересного на трату сегодня нет. Единственное, что у нас там есть, Эч, Драгон, Баназа, Плант. Ничего такого. В общем, поехали. Поехали, будем пробовать выбить Чемпион, Thunder God, Купидон. Что это было? Что это было? Это был Легопад, ребятушки. Ну, надеюсь, что мы хоть одного героя сегодня дотащим, потому что уже 150к ушло с этого аккаунта, и обидно, блин. Обидно, что этих героев здесь нет. Зефирка даже здесь есть. Вала-вала. Отлично. Рино Орк. Орксбейн. Сасквач. Квач-квач. Свален. Посмотрите, что делается. Просто тупо дико сыпет героями. Но это все у нас есть. Асурик. Паладинище, это просто мега-герой, о котором можно не рассказывать, можно просто помолчать, ребята. Деск Найт. Давай, рандомчик, давай, тащи. Асура еще один. Суккуб Тандер. Вала-вала. Стрелок. Посмотрите, какой офигенный роллинг. Влад Дракула, сколько падает легенд? Вот легенд нереально падает, дофига, и крутые легенды, но того, что именно нам надо, к сожалению, пока нет. А нам надо всего лишь два героя. Опять просто помолчим. Поехали. Лазуля, ребят, лазуля, это просто жесть. Сколько всего? Мы потратили всего лишь 27к. 27к, но мы, блин, таких имбовых героев уже повытаскивали. Но от того, что нам надо, просто нет. Это печально. Это боль. Давай, рандомчик. Ниндзя. Бочка. Ну, бочки можно говорить. Бочка — это имба.
Это самое, что не есть имба. Влил ресурсы все в бочку, всех героев слил в бочку, и у тебя мега крутой аккаунт. И Леди Лео, что-то как-то, ну, как-то чувствуете, да, вот где-то приближается эта имба, вот где-то она будет скоро, очень скоро. Анубис, чемпион, значит, если был чемпион, значит, сейчас где-то будет, ну, где бочка. Блин, вот скажите, вот почему мне так не везет на моих аккаунтах, как я выбиваю героев? Ну почему же не везет? Везет, ребята, есть! Наконец-то! Наконец-то у нас есть Фобос на этом аккаунте. Обалденно! 48к мы потратили на это, и мы вытащили его. И мы сейчас получим еще топовые плюхи ко всему. В общем, с вас лайки руками, ногами, пятками за маму, за папу. Поехали, посмотрим, что мы там собрали уже. Так, отлично, радует, вот это радует. Смотрите, ПБшки только не собрали. Ну, ПБшка нам, в принципе, как-то так, у нас ресурсов хватает для прокачки. Заберем сейчас плюхи. Отлично. Отличненько. Вот так вот надо ролить. У нас остался один оккультист. Жесть. Разруха, я как бы разруху таким, знаете, чтобы мега имбовым героем не считаю, который прям там сделает погоду в алтаре там, либо в игре. Но вот нам еще надо оккультист. Обалдеть. Вот так вот посмотрите на этот аккаунт. Просто аккаунт идеальный. Что по талантам, что по героям, просто все есть. Для удобной и комфортной игры. Четвертый бас, ну почти пятый даже. С бесплатки пакт выпал, я думал уже. Пятый вытащили сразу. Давайте попробуем ему вытащить еще годный талантик. Чик, что-то таланты сегодня прям не дает. Не день талантов сегодня. Фух, ну, радует то, что мы сделали дело. Блин, ну смотрите, что-то даже на английском сервере такие говняные таланты начали падать. Ладно. Ладно. Надо его сразу же вот так вот сделать. Так, раз. Сливать это все лишнее сюда. Чтобы место не занимало. Да, конечно, чтобы у меня на этом аккаунте кулаков не было. Издеваются, короче. Качнем ему оживу. И все будет. В общем, вот так вот. Такая имба. Сейчас мы плюшки еще пооткрываем, которые вытащили. Это реально везуха, везуха, ребят. Что на сардельке сегодня поперло, что здесь. Я в предвкушении, что же нам на талант, по талантам упадет. На нашем аккаунте на АЭС сервере. Это еще не все плюхи забрала. А, места нету, ничего себе. Ничего себе. Эти баги можно попродавать, они не особо нужны. Не особо востребованы. На этом аккаунте тем более. Так, вот это отлично. Тут у нас что? Чик, свалена пятерочка. Ну, свалена. Погоды не играет никакой на аккаунте. Так, отлично. Девятая сумочка, ребята.
Чик. Еще 5 фобы собрали. 105. Так, 4 огника. А зефирки, как думаете, сколько упадет? Чик. Всего лишь 10. Всего лишь 10. Ну, есть уже здесь зефир. И все остальные герои дособираются. В общем, такой вот видосик. Ставьте лайки, ждите новых видосиков с десяточки, с тестами. И я скоро, я уже сам просто никак не соберусь. Я уже хочу этот аккаунт отдать, я что-то другое думать, потому что он висит и не туда, и не сюда. Хочется его просто отдать, чтобы человек пользовался и играл на нем в свое удовольствие. Это может быть любой из вас. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем такой же удачи. Всем пока.